Бүгүн 23 июнда Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы башка прокурор Индира Жолдубаева Азиз Батукаевдин иши боюнча күнөөлүү деп табылып 5 миллион сом айыппул салынды. Муну менен бирге башка көзөмөл органынын мурдагы башчысы мамлекеттик чиндеринен ажыратылат. Районного суда города Бишкек Каипов, рассмотрев материал уголовного дела по обвинению Атамбаева Алмазбека Шаршиновича в совершении преступления, предусмотренного в части 2 статьи 43, части 2 статьи 319 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Жолдубаева Индиры Рыспаевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 43, части 2 статьи 319 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Раинджанова Абдухалима в совершении преступления, предусмотренного в части 2 статьи 319 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Хачканалиева Калыбека Озубековича в совершении преступления, предусмотренного в части 4 статьи 43, части 2 статьи 319 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, установил органам следствия Атамбаев, Жолдубаева, Раимжанов и Качканалиев обвиняются в коррупции, то есть в умышленных деяниях, состоящих в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных любых иных благ и преимуществ, а также предоставление ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающих угрозу интересам общества или государства, совершенных в интересах организованной преступной группы, преступной организации или повлекшей иные тяжкие последствия. Согласно части 11 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, в случае рассмотрения уголовного дела в закрытом судебном заседании на основании постановления судьи определения суда могут оглашаться только вводная и резолютивная части приговора. Принимая во внимание, что данное дело рассмотрено в закрытом судебном заседании, суд считает возможным огласить вводную и резолютивную части приговора. На основании изложенного и руководствуясь частью 11 статьи 281 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики, судья постановил провозгласить по уголовному делу в отношении Атамбаева Алмазбека Шаршиновича, Жолдубаева Индиры Ирспаевны, Раимжанова Абдухалима и Хачканалиева Калыбека Озубековича вводную и резолютивную части приговора. Судья, подпись. Ошондой эле Жолдубаевага карата кабыл алынган үй камагы күчүндө калат. Содержание приговора вам понятно? Качканалиев, содержание приговора вам понятно? Раимжанов, можете сидеть. Вам понятно, да, содержание приговора? Так, в случае несогласия с вынесенным решением суда имеете право обжаловать установленные сроки. Так, в отношении Атамбаева. Обвиняемый Атамбаев не присутствовал при провозглашении приговора по данному уголовному делу, поэтому суд, руководствуясь статьей 297 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, незамедлительно направляет копию резолютивной части приговора для немедленного провозглашения и вручения осужденному Атамбаеву. Жыйындан кийин Индира Жолдубаева журналисттерге чыгарылган өкүмгө макул эмес экенин айтып, соттун чечими боюнча доо-арыз менен кайрыларын билдирди. Приговором суда мы не согласны, будем обжаловать. За всеми комментариями подробно вы можете обратиться к моему адвокату, она идет следом. Бул өкүм менен да биз макул эмеспиз. Бул өкүмдү дагы биз жогорку сотко кайралабыз. В любом случае, апелляционную жалобу будем подавать. Сделали вроде как лояльный приговор. На самом деле никто из них не виноват, но по некоторым статьям осудили, признали виновным и Жолдубаеву, и Раимжанова, и, соответственно, Качканалиева. Качканалиев освобожден из-под стражи в связи с зачтением того срока, который он отбыл, там 2 года ему дали.
Раимжанов за истечением срока давности, укрывательство преступления. И Джулдубаева, и злоупотребление служебным положением, штраф 5 миллионов сомов. Ну, это по старому законодательству, по старому уголовному закону, соответственно. А основная цель, которая поставлена, это обвинительный приговор экс-президенту Алмазу Шишеновичу Атамбаеву, срок, который был зачитан судьей, вы услышали, 11 лет 2 месяца, и признан виновным. Лишили наград, там, ордена Манаса, Ченнакер, потом именных часов и так далее. Ну, да. Но, в общем, у меня слов нет по этому поводу. Это вторично. Самое главное, что суд, даже судом не хочется называть. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калбек Качканалиевке эч жака чыкпоо тилкаты менен сот залынан бошотулду.